Добрый день. Здравствуйте. Наталья Васильевна, идите, вы в новостях будете. Расскажите. Ой, спасибо. Расскажите, вот, Калиласка, что вы сегодня тут робите? Ой, на белорусской мове? Калиласка, мы сегодня пришли на митинг, поудельничать у митингу. А вы это кто? Значит, мы навученцы Минского машинобудовничьего колледжа. Ну, на кошт того, что оно для нас значит, ну, это лепш спытаться у навученцев, а не у меня. Что для вас означает? Ну, давайте, вот что для вас? Мальчик, ну, мальчик. Говори. Что для вас означает это свято? Веселье? Ну, я даже не знаю. Серьезный праздник белорусский. Что еще? Ты белорусскую мову знаешь? Еще, да. Можно на русском языке, ничего страшного. Да. Освобождение крестьян. От российской страны. Нет. Это же революция. Ну, это первый курс, им еще простительно не знать. Это, история. В общем-то, 10 класс. Вы на фоне, да? Вот, нам сообщили, что сегодня будет приходить митинг, и попросили, чтобы мы приехали и возложили цветы. 7 ноября. Это, ну, как бы, принято считать, что выходной. Если судить по истории, то там, честно сказать, я даже не помню. Был какой-то день, то есть за счет этого сделали как бы выходной, и каждый год проходит митинг. То есть в мае и в ноябре. Мы возлагаем цветы деятелю. Вот. Сегодня праздник, как это, день, как это, как он называется, я забыл название полностью. Сейчас, секунду. Да, конечно. Очки все заплыли. Как мне с тобой жить? Вопрос. Я задам. Хорошо. Поехали, да? Да. Все готовы, да? Я не слышу. Все? Да. Ну, все. Все Игорь готовы. Васильевич, вот скажите, уже без года 100 лет прошло с тех пор, как Октябрьская революция. До сих пор ли это актуально? Вот почему? Объясните, пожалуйста. Ну, давайте вместе проанализируем. Октябрьская революция фактически дала возможность бывшим национальным окраинам царской России обрести свое государство. Расскажите, что вы тут робите? Мы тут празднуем свято 7 костры, это листопада. День красного календаря, якое наши предки ну, поменяли, да, связь. Спасибо вам. Иду на возложение цветов. Праздник не только для бывшего, ну, не только для советского народа, но для, а также это наш, это тоже наш праздник. Я думаю, что, ну, сейчас, ну, как сказать, что мы все, ну, дети Великой Октябрьской революции. Что сказать? Ну, а что вот про историю свято, ты видишь, что в этот день отбылось? А почему меня? Ну, важно, как бы не очень, я знаю. Да, дякую.